Более 600 килограммов гуманитарной помощи сегодня утром отправили из Мытищ в распределительный центр городского округа Балашиха. Все собранное рассортировано по коробкам, подписано и в ближайшие дни будет направлено в зону специальной военной операции. В основном сбором занимался молодежный центр «Импульс», а также учреждение управления, точнее, молодежной политики, управление культуры и спорта. В этих коробках находятся медикаменты, вещи первой необходимости, а также сладкие подарки нашим защитникам и их детям. Напомню, в Мытищах работают 5 пунктов сбора помощи. Адреса вы видите на ваших экранах.